Превратиться в кукол Лол удивительный сюрприз проще простого. Просто нужно подобрать правильный наряд и аксессуары. Смотри в нашем новом видео, как сделать вещи в стиле Лол в реальной жизни. Доброе утро, мир! А это что за новость? Пол – это лава? Окей, вызов принят. Мне помогут подушки. Я быстро выбираюсь из комнаты. И ни одна нога не пострадала в лаве. Фух, я справилась. А в качестве приза на моих ногах появляются новые лаймовые кеды. Подошву белых кед окрашиваем глянцевой акриловой краской лаймового цвета. Края подошвы подводим тонкой кисточкой, чтобы не запачкать ткань. Ух ты! Что это за магия? Новая обувь очень кстати. Но что здесь происходит? Нужно выяснить у подружки. Оказалось, у подружки похожая ситуация. Только к ней с утра пришла огромная коробка. Мамочки! Ни за что в нее не загляну. Но коробка преследует меня повсюду, в каждой комнате. Ладно, это уже становится интересно. Коробка не сдается. Так и быть, посмотрю, что там внутри. Рискну и отправлю туда руку. Вау, это новый браслет! Широкий браслет окрашиваем белым акрилом. Закрепляем краску глянцевым акриловым лаком. На суперклей приклеиваем золотистую ленту. Украшаем декоративными кристаллами. С новыми украшениями происходит какая-то магия. Ой, что это? Похоже, превращения начинаются. Новое задание ждет Джессику в желтом чемоданчике. Собери все желтые вещи в комнате. Время пошло. Джессика сгребает в багаж все, что находит. Успеть за 30 секунд. Фух, получилось. А какой же приз ее ждет? Желтый кукольный костюмчик. Белую водолазку с широким горлом размечаем карандашом. Отрезаем нижнюю часть. Обрезаем рукава. И делаем овальный вырез на груди. Края подклеиваем термоклеем. Проймы рукава обшиваем ниткой. Выворачиваем изделие. Белые трикотажные лосины подрезаем до нужной длины. Краску для ткани лаймового цвета разбавляем водой. Замачиваем в растворе одежду. Тщательно выжимаем. Просушиваем и отглаживаем костюм. Ух ты, какой яркий костюм! Примерим. А Джеки тем временем нашла за завтраком целую карту сокровищ. Вот где спрятан ее Лол. Она так спешила отыскать клад, что забыла дома телефон. Мне идет такой цвет. Нужно срочно похвастаться подружке. Но она не отвечает. Ничего удивительного, что Джесс не может ей дозвониться.
Что ж, это новый квест. Найти подругу. Где же мой клад? Должен быть где-то тут. Я обошла древнее дерево и прошла 100 шагов на запад. А Джесс тем временем ищет подружку. Упс, извините, обозналась. Где же она? Надо же, как много на свете людей, похожих на мою подругу. Джесс, скорее сюда, я нашла свой клад. На старых больших камуфляжных брюках рисуем разметку маркером. Ушиваем до нужного размера. Лишнее обрезаем. Вшиваем по бокам красные лампасы из широкой ленты. В низ штанины вставляем широкую резинку и зашиваем. Вау, мы уже дома и в новых лол-нарядах. Какие классные джоггеры. Тебе очень идут. А что это на тебе? Новый сарафан? Откуда? Фатиновую ткань складываем вдвое. Рисуем простую выкройку половины сарафана. Вырезаем и расправляем ткань. Делаем две таких детали. Сшиваем детали в сарафан на машинке. Новый сарафан – это награда за то, что Джесс такая верная подруга. Челлендж выполнен, а у нас красивые новые наряды. Скорее идем похвастаемся миру. Мы пришли в магазин Лолиты Дресс, самого известного кукольного стилиста. Похвастаемся своей лол-магией. Но Лолита сразу видит, что здесь чего-то не хватает. Тебе нужен подходящий пояс. Широкую резинку продеваем в застежку Fastex. Фиксируем конец термоклеем. Также фиксируем резинку с другой стороны. Вау! Этот ремень создан точно для меня. Он мне очень идет. Спасибо, Лолита Дресс. А как насчет кофточки? Лолита, тебе не кажется, что эта водолазка чересчур мрачновата? Согласна. Вот, примерь этот необычный топ. Думаю, он подойдет тебе больше. Белую майку расчерчиваем для обрезки. Отрезаем одну бретельку и низ майки. Половину топа декорируем черной тканью. К оставшейся бретельке пришиваем рукав из красной эластичной сетки. Внизу пришиваем широкую красную резинку. Класс! Как раз мой размер. И нет одного рукава. Все, как я люблю. Спасибо, Лолита Дресс. Ты лучший кукольный стилист из всех. Но магия не заканчивается. Нас ждет следующее задание. Шахматный турнир против шахматной курточки. Ну и чудеса. Приготовим белый пиджак-косуху. По линейку чертим узор квадрата со стороной 4,5 см. На запахе воротника чертим квадраты в два раза меньше. В шахматном порядке окрашиваем клетки черной краской для ткани. Придется играть. Какая сложная партия. У этой куртки отличная тактика игры, но Джесс играет не хуже. Она делает решающий ход и выигрывает курточку противника. Ух ты! Теперь она настоящая шахматная королева. А вот и новое задание. Устроить модный показ в стиле лол. С удовольствием. Мы устроим лучший фэшн-показ за всю историю больших лол. Мы готовы с ног до головы. У меня как раз появились черно-белые ботинки лол. Из белых высоких кед вынимаем шнурки.
Окрашиваем один ботинок черной аэрозольной краской, а второй белой. Нижнюю половину подошвы красим красным акрилом. Вдеваем новые шнурки соответствующих цветов. И приклеиваем украшения на ботинки. Я просто звезда лол-показа. А Джессика сияет в своем новом леопардовом берете. Из старого леопардового шарфа вырезаем три детали. Сшиваем два кольца с изнаночной стороны. К лицевой стороне широкого кольца пришиваем лицевую сторону круга. Выворачиваем изделие на лицо. Приклеиваем на термоклей хвостик берета. По краю украшаем берет заклепками. Ну как вам наша лол-мода? Девочки устроили превосходное шоу. Публика в восторге. Они похожи на оживших лол. Удивительный сюрприз. Такое сказочное модное превращение мы не забудем никогда. Понравилось наше превращение в лол? Тогда пиши в комментариях, какой аксессуар и образ лол тебе понравился больше всего. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые лол-превращения на канале Трум-Трум.